Number one, representing China, Yue Zhang and Lei Wang. Yue Zhang, Lei Wang, Китай. Тренер все тот же, Яо Бинь. Четвертое место чемпионата Китая, шестое место чемпионата мира среди юниоров. Третье место финала Гран-при среди юниоров. И рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова.
Заключительное вращение в итоге состоялось где-то в самом углу площадки, в самом дальнем от судей. Что выгодным это место не назовешь. Как будто от безысходности какой-то. Сделали поддержку, и куда же нам теперь деваться? Вот мы теперь здесь же делаем вращение. Странно. Невыгодно отличается от других спортсменов. Ну что ж, катание все такое довольно-таки еще молодежное. Вот нечистенько получился этот каскад из тулупов. С Ольховым тоже было все не очень хорошо. В параллельное вращение пришли в разнобой. Потом, конечно, поймали друг друга. Слава богу. Подкрутка тоже не самого высокого класса. Вот самый эффектный номер у китайцев – это, конечно же, выбросы. Исполняют они их во второй части программы, получая бонусы за это. Монтаж музыки ужасный. Опять нарезали Рахманинова по аккордам. Он не знал же, что китайцам нужно кататься под его музыку. И поэтому дурашка писал по четкой восьмитактовой схеме. А на самом деле нужен был еще девятый тактик. И еще между четвертым и пятым тактами еще полтактика. Scores, please. Jan, one group's score: 88.83. 88 баллов они получают за свое катание. 88.55. The total competition score for Yue Zhang and Lei Wang is 138.55.